Новую придется опять делать, капец. Я не буду ничего тут менять. О, походу у меня опять восстановился этот Fortnite, вроде восстановился у меня. Чего? Что значит доступ запрещен? Что происходит вообще? Чё, кому? О, здорово. Здорово. А, все. Как тебе БП новый? Пойдет. Давай, подожди секунду. У меня рухнула трансляция, мне нужно ее восстановить. А, понятно. Беда, беда, беда. Опять проблемы. Опять с интернетом какой-то шлак. БП просто имба. Идет интернет или нет, я не понимаю. Ребята, что происходит вообще? Почему у меня столько людей в пати? Кто меня позвал, кто понаприглашал? Что это вообще за беспредел, скажите? Ладно, я пойду. Что это было сейчас такое интересно? Так, пытаюсь установить трансляцию, ребята. Если уже где-то идет, если вдруг меня уже слышно. Так, Белорусь, опа. Привет, Дима. Тут вроде бы показывает, а тут я не понимаю, что происходит, короче. Есть трансляция или нет? Ребят, напишите, пожалуйста, где-нибудь. Но у меня нифига не работает, я не вижу ни чаты. О, вроде появилось, да, все, здесь я вижу, появилось на Твиче, значит, и везде в остальных местах сейчас должна тоже восстановиться. Ну, короче, нифига не починилась у меня вчера поддержка интернет. Буду сегодня опять, значит, звонить и с ними разбираться. Вот, друзья, если еще раз повторится такая штука с обрывом связи, значит, я даже не буду восстанавливать трансляцию. Сразу приношу извинения, если это произойдет. Значит, на этом трансляция будет окончена. Поэтому давайте сейчас быстренько вернемся к игре. Блин, хотел показать вам интересную штуку. Просто. Давайте. Видно меня? Нет, не видно, ребят. Напишите в чатиках. Есть эфир? Здесь, походу, тоже не работает. Сейчас. На YouTube есть, вот вижу, написал Сандерс. Все, я восстановил чатики. Все. Здесь у нас трансляция вроде пошла опять. Здесь. Здесь. Что здесь? Здесь нифига не происходит у меня почему-то. Вот, все. Пошла. Супер. Везде идет. Вот, ребят, давайте просто, чтобы мы не ходили вокруг да около. Монетизация. Давайте просто с вами. Нет, вот так, аналитика. И доход. Давайте я вам покажу, сколько я заработал за все время, за 3 месяца ведения моего YouTube-канала на YouTube-канале. 60 долларов. Это с учетом суперфункций. Из них 16 долларов это суперфункции. Это Mailman и Рубен, которые мне прислали донаты. Вот столько с них осталось. То, что мне перепадет. То есть с вот этих вот денег, ребят, 60 долларов, 16 еще это суперфункции. То есть это 44 доллара я заработал на всяких рекламах, на всяких просмотрах за 3 месяца ведения канала. Поэтому давайте, блин, не будем меня ставить в положение, где вы мне рассказываете, что я тут миллионы грибу и должен всем что-то покупать. Хорошо? Договорились? Все, давайте погнали дальше. Редко здесь, не здесь. Так, а что случилось? Интернет, интернет. Давай проверим, тут ли зрители. Так, друг, не мешай, пожалуйста, сейчас. Ну, он с нами не поиграл, да? Значит, вычеркни. У него будет еще шанс поиграть, потому что... Так, все. Давайте. Лолич, да?
Ну, не знаю, я не могу сейчас переделать. Вот как есть, так... Блин. Твич, ты не знаешь, как отправить запрос на добавление в группу? Ты меня позвал к себе в группу, и получается, я разрушил свою пати, и человек вылетел, который вряд ли теперь сможет поиграть. Не делайте так никогда больше. Сандлерс, повезло. Павелич, повезло. И нам еще нужно редко. Редко здесь нет. Блин, был тут еще один человек. Редко, 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 редко. Ты здесь или нет? Ребят, все написано на экране. Вся информация, которая вам нужна сейчас для попадания в пати. Короче, редко, походу, нет. Сейчас. Давай, он escape. Погнали, поиграем. Пока будем сейчас грузиться, я сейчас открою еще раз. Захватик экрана включу. Кстати, интересно, вы видели вообще все, что я показывал или нет? У меня захват экрана не был включен, походу, да? Или был? А, я, походу, захват экрана не включил. Ну, что за фигня? Короче, я показывал вам свой этот и не включил захват экрана. Вот, друзья, аналитика. Еще раз покажу, просто чтобы доход. Ставлю последние 90 дней. И вот это вот весь мой доход на канале. Я ничего не скрываю ни от кого. Мне нечего скрывать. Из них суперфункции и спонсорство. Вот эти вот две штуки. Вот суперфункции только 15,88. Спонсорство евро 86. То есть даже не 16, а почти 18 евро. Из вот этой общей суммы, которая была. Вот. То есть где-то 42-43 евро я заработал на рекламе. На доллара, точнее. На рекламе, на просмотрах и на всем остальном. Так-то не густо, друзья, если так разобраться. Вот, что я хотел еще? Рулеточка. Дима, у тебя что, реклама была? Но у меня же смотрят меня по всему миру, не только в России, или у меня в Украине много точно, очень зрителей. Точно. В Европе. Кстати, а ты планируешь брать рекламные заказы? Не знаю. Давай сейчас не будем об этом, хорошо? Давайте сейчас в игру вернемся, поиграем. Я уже колесо включил, чтобы определить, какой будет розыгрыш сегодня. Давайте, друзья, вот на розовую меточку выпрыгнем. Кстати, полетел. Я просто хочу сэр. Блядь, я тебя не слышал, если что. Ребеночек, Максим. Солнышко, сделай мне кофе, пожалуйста. Спасибо. Я тебе хотел в этом сезоне подарок отправить, но когда я узнал, что там всего 1000 баксов будет, ну, если бы я отправил, мне просто на следующий год не хватило. Ну, 1400. Слушай, братан, это же просто по желанию и по возможности. Если у вас есть желание и возможность, вы присылаете. Сам не хотел, надо... я это сам хотел отправить. В ущерб себе не надо это делать только, хорошо? Я... Хорошо, ну, я надеюсь, если в следующем будет 1400, я вот прям хочу отправить. Что мне очень приятно, честно скажу, как и всем, когда приходит подарок, да что такое, короче. Вот, мне очень приятно. Но когда вы начинаете делать подарки, было такое, у меня Супермакс, мой сын, сделал подарок и остался без V-баксов вообще просто. То есть у него не было за что ты купить. Тоже отправлял много подарков. Не было за что купить потом у него... Да ты злой. Забрал. Кто? А вот бананчик. Негодяй. Ну ладно, пофиг, все равно, я не злюсь. Негодяй. Банан, а я иногда злюсь, когда у меня киллы забирают. Оба. Мой брат бананчик. Так, это у нас... Ладно, возьму.
Спасибо, любимый мой. Спасибо, солнышко. Скин банана. Мне прям удалось. Я признаюсь честно, я просто тащусь от этого скина. Он очень то кайфовый. Причем мне другие бананы не нравятся. Мне именно вот этот понравился. Он какой-то. Мне нравится именно в шоколадной раскраске. И вот этот. Мне только эти две раскраски нравятся, и все. Банан мороженое какой-то он. Да, да. Дим, идем в тележку, тебя покатаю. Подожди, тут у меня все эти сундуки где-то. Раздражают. Если кто-то их звучал. О-о-о. Блин, ППХ вот это прям имбовая. Согласен. Ну, я больше вдали сражаюсь, поэтому возьми себе эту ППХ, потому что она очень-очень-очень крутая. Прям кайф. Я с этой ППХ 2 сквада убил. Да, блин. У него слишком много сливок на голове, он не может запрыгнуть из-за этого. Не понял, да. А где еще? Большое. Сундук еще где-то. А, вот. Тут есть один. Ребят, там налутились, нет? Скажите, когда будете готовы, потому что, по сути, у меня уже все для сражения есть. По мне просто так сейчас урон прошел, прикольно. Ну, наверное, что-то сделал, и тебе пришла ответочка, да? Нет, я к тележке подошел, мне урон проходить. А, ты, типа, она на тебя наехала, да? Ну, наверное, хотя это толкал я. Еще. Супер. Пистолет фиолетовый есть, ребят. Кому задание надо с пистолетом выполнить, вот прям рекомендую. Ребят, тут у нас противник. Эй-эй-эй! Блин, сзади еще банан. Ребят, меня убили. А, банан сзади наш. У тебя на синем фоне банана не видно никнейма было сейчас. Павельч. Что-то я растерялся, ребят. Старею совсем. Иногда прям какие-то моменты возникают, что я прям... Как это... Паникер. Мне как раз. Давайте дабл рез. Можно БП, пожалуйста, топ-1 займу. Прикольно. Очень странный, конечно... Я видел, там в ТикТоке пишут. Да. Очень странные, конечно, комментарии. Ребят, БП, чтобы я мог кому-то подарить, мне надо за него отдать 8,5 евро. Как думаете? БП просят. А на наши деньги вроде где-то 900 рублей. Рубасов, да. На рубли. На гривны где-то 350. Так. Где-то тут тусуются друзья у нас. Так, надо штаны проверить сейчас быстренько. Все ли с ними нормально. Так, вот это, кстати, классная тоже штука. Давай быстренько резнем. Где карта? Не брали еще, да? Ее подобрали. А, брали, вот вижу. Дроба... Это что, был сейчас помпа? Ты помпу поднял? Офигеть, я еще не видел ее в этой игре. Вот круто. Это вот серенькие дробовички такие. Класс. Вон, у тебя она тоже в инвентаре. А ты мне даешь, да, что вот ли? Это. Спасибо. Это не па. Давай, пойдем вас реснем сейчас. Спасибо. Не, вот этот, кстати, серенький тоже имбовый. Классный этот. Вот этот серенький дробовичок, если он будет легендарным или какая-то близко, он может вообще. Так, ребята, у меня есть лишний автомат, вот такой вот. Можно мне его тогда? Берите, конечно. Я не знаю, как он оказался у меня вообще в этом инвентаре. Так, выстрелы вот с этой стороны идут. С
Спасибо. На карте прям разносил всех. Мне показалось. О, пистолетик мой. Фиолетовый. Ребят, здесь типы. Нахрен там оно долетит. Плохи раунд к типам. Короче, там есть цепочки. Я предлагаю не убегать сильно, Паш. Не убегай сильно к ним внутрь. Escape вообще нет. У нас белого хила. Сандлерса нет щита. Ну, у тебя есть патроны на дробовик, а то хотя бы... 22 всего. 22. Это совсем прям мало. Пойдем чуть ближе подберемся. Сейчас только за холмом, ребят, держите, чтобы... Так, давайте потихонечку, ребяточки, пройдем, посмотрим. Может быть, тут еще кто-то есть. Я тут видимо запущу. Сверху или где? Откуда? А, вот вижу. Все, минус. Давай карифанчика реснем. Сколько лута? Да, кстати, можно наверх подняться, посмотреть. Дробашек. Хороший вот есть скоростной такой. Так, пока никого не вижу больше. А, выстрелы. Это кто у нас? Кто-то бил что-то или кто-то стрелял, ребят? Он нам тебе. Да, что-то пробили. Пойдем в этот брошенный что-то там. Пока не знаю, как локация называется. Не выучил. Мы хороший подгончик сделали. Видите, ребят, чуть-чуть научился уже это даже строиться. Я не понимаю. Так, судя по всему, друзья, у меня чат YouTube здесь некорректный, потому что я нифига не вижу. Мне нужно запустить еще раз вот так вот. Вот оно. Вот он, да, корректно. Потому что смотрю, в чате ничего не происходит. Ну, неужели никто не пишет? Потом... Давайте куда я метку поставил, туда пойдем, там вот вроде хорошая пропасть. Ну и там вроде типов мало. Так, Java, там все, кто требует от меня какой-нибудь БП и говорят, что я им обещал, отправляй их к моему агенту. Хорошо? Какому агенту? У тебя агент свой есть? Нет. Ну так же, как я им обещал, в принципе. А-а-а. А вот серьезно, с чего люди это взяли? Я вот на всех не снимаю, бывает, ни разу не снимаю, потому что это такая вещь, просто так. Просто так он не обещает. Никогда и никому. Еще хочу. Тут еще должен быть по-любому в этой локации. Только меня разозлили просто. Скорее всего. Теперь надо тебя злить, чтобы ты просто занимал так. Королевский.
Это мы, да? Кто-то из наших стрелял сейчас. Да, это я нечаянно. Надо локацию прочесать. Здесь по-любому еще двое их карифанов где-то тусуются и прячутся сейчас. Пережидают. Надо их вывести на чистую воду. Они пойдут потом за этими карточками. У нас в пати 3 банана. Да блин! Заблокировал проход. Че, нема что ли никого? Неужели они где-то в другом месте? Идемте на гольф-карточку. Сколько, кстати, у него? Во, вижу! Вот здесь, ребят. Вот в этом здании где-то. Или за ним. Сейчас я обхожу здание. Кто-то... Вот он. Где? Видишь метку? Убил. Да. Блин, не попал. Один есть. Еще один должен быть. Так. Ну, скорее всего, это из той еще же пати. Хочу немного похвастаться, но вот сегодня я в соло, когда ходил, и настрелял 16 килов. Красавчик. Ну, в соло, без кодов. Когда против меня в тот раз выбили. Так, и ощущение, что... Засел товарищ где-то. Ну, если он резнет своих типов, то просто будет у нас снова на 4 человека больше. Больше фрагов набьем, да? Если, конечно, нас не убьют. Ладно, погнали дальше. Тут можно бесконечно бегать. Где тут ныкается, походу? Нашли? Нет? Нет еще. Давайте уже поедем, что ли? Поехали. Я пока пешочком. На гору забирайтесь. Я поеду в это что такое? Пешком. Что это было? Работает, но прикольно. Ребят, вон там противник на той стороне. Ближе есть. Вот тот, ребят. Дал 50. Что-то там сколько-то ему еще. Наверху, ребят, еще. Только по человеку 2 дамага, его просто добивает. Да что за люди? Блин. Я далеко от вас. Кто по мне стрелял сейчас? Короче, иду как-то к вам, пытаюсь, ребят. Ай-яй-яй, вы уже вдвоем легли. Вот вы любите постоянно в самое пекло. Никто из вас не любит сдали, да, как-то сражаться, я так понимаю. Просто туда сразу, в самое-самое. Все, забрал. Снайпа уже фул.
подойду к вам. У нас 4 противника, ребят. Это, скорее всего... Давай посмотрим. Скорее всего, это у нас... А, 3 команды. Они, значит, немножко в разнобой. Так, вижу. У меня... Ты хотел его отрезать, что ли? Убегай. Ага, он меня... Ребят, он меня сейчас убьет. Ну блин, ну ребят. Ну серьезно, ну мы вчетвером здесь, блин, против одного. Ну как так? У меня просто эту дурацкую танцевальную гранату кинул. Я еще хотел с ракетницы его, она, падла, не перезаряжается. Очень долгая. Травмат с прицелом. Давай лучше его возьмем. Потому что ракетница это шлак. С кем там, давайте, опять, ребят? Давайте, нам надо нашего поднять. Блин. Сейчас я чуть-чуть отхиливаюсь. Надеюсь, что меня никто в этот момент не застанет врасплох. Я же даже не застроился. У меня, ребят, у меня. А, подожди, так он что, в этой, что ли, сидит? Постройки? Нам бы в зону, кстати. Да! Первая королевская победа в этом сезоне. Да, красивенько. Пойдет. Молодцы, ребят. Молодцы, ребят. Вернуться в лобби. Все, спасибо вам большое за эту прекрасную игру. Кусты, имба, кусты. Мне не нравятся кусты, честно. Вот просто, когда не нравятся, я их не беру. Вадим, спасибо большое. Приятные вещи мне написал. Так, Sunwars. Все, есть, все записаны. Все, ребяточки, пока, спасибо большое. Давайте. Следующая, Кава. Редко появился, нет? И Тиса. Давай. Редко сейчас... Хокаги в описании. А, это пишет он не мне. Ты же задонатил. Ты играешь сегодня? Нет? Ох, ребят, я очень много пропустил, видимо, сообщений, потому что у меня долго был чат открыт не с той трансляции. Вот. Какая-то переписочка у вас была, вижу. Давайте, пока не залетаем в каточку, у нас с вами цель сейчас определить, что мы разыграем, пока у меня есть интернет. Давайте посмотрим. От, это у нас сколько? 500, это 300. От 300, 300, 500, 800, вижу. Сколько этот стоит? 1500, да? 300, 500, 800, 1200, полторы. Так, давайте. 300. Да что опять такое? Почему она не хочет нормально писать? 500. 800. 1200. 1500. Я прям, видите, опять психануть решил. Не, ну, друзья, 1600 еще добавлю. Вот это вот за два косарика, сорян, но это уже прям чересчур будет. И 1600 уже даже, наверное, для меня сегодня чересчур. Я что-то прям... Не готов. Я просто на розыгрыше больше трачу, чем зарабатываю. Я вам показывал, да? Какая у меня монетизация. 500.
Друзья, разыгрываем 500 джаут. Сделай, пожалуйста, розыгрыш. Вам нужно зайти в Discord. Не удалось загрузить сообщение. Общение. Посмотрим. Что это у нас тут какие-то ребятки тут кидают. Так. Заходим на Discord-канале. Вот сюда вот во вкладочку «Розыгрыш» слева. Здесь сейчас Java сделает розыгрыш. В розыгрыше будет написано «Победители 3». Но это не значит, что три человека выиграет. Победит тот, кто будет первым из этих трех человек. Первый и является победителем. Если он не объявится в течение 2 минут, приз перейдет второму. Поэтому, друзья, постарайтесь не уходить с трансляции. Мы сейчас запустим розыгрыш. Я покажу, как в нем принять участие. И пойдем играть дальше. А в это время будет... Да, редко кидает запрос. Давай сейчас приму. А в это время будет идти дальше розыгрыш. Сейчас. Тиса не вижу редко. О, редко. Со, супер. Давай. А то в прошлый раз звал тебя, а ты не отозвался. Все, 500 V-баксов сейчас разыгрываем. Java, пожалуйста. Запусти. 500. Java. Вадим, приказник, посмотри, пожалуйста, внимательно. На экран с правой стороны написаны условия попадания в пати. GG то же самое. Осьминожек, вот прямо сейчас запускаем розыгрыш. Сейчас вот Java сделает. Прошлый розыгрыш был вот вчера на 1600 V-баксов. Выиграл у нас Мансур. Получил он за 1500, выбрал себе антиклаус, да, по-моему, называется скинчик. Вот тут 500, был 1500, 200, 200, 500. Видите, оно по-разному было. Везде разные цифры. Как рулетка покажет. Вот, все. Розыгрыш есть. 10 минут на него дается. Ребят, чтобы поучаствовать, нужно нажать вот сюда. Так, сейчас я камеру свою уберу немножко, чтобы она не мешала, чтобы вам показать. Смотрите. Вот, чтобы принять участие в розыгрыше, надо вот здесь вот нажать на колпачок. Нажимаете на него, может произойти, как у меня. Ничего не меняется. Значит, нажимайте еще раз, пока не появится вот такая вот табличка. Когда табличка появилась, иди надень футболку. Когда табличка появилась здесь с красной кнопочкой Leave Giveaway, значит, вы участвуете в розыгрыше. На красную кнопочку не нажимайте, потому что иначе вы выйдете из розыгрыша. Уже 14 участников. Друзья, давайте все нажмите принять участие. Я выйду из розыгрыша, чтобы не быть лишним. И давайте пока сыграем в игру. У нас уже собралась пати. Нажимаем «Готово». Редко, огромное тебе спасибо, Рома, за донат, за то, что ты меня поддерживаешь. Причем очень регулярно. Это приятно. У нас на экранчике там написано, кто у нас лидеры по донатам. И мне кажется, редко уже прям стремительно приближается к тройке лучше. Да, давайте посмотрим сейчас. Deserving Fallout 7 евро. Олег Позитив 6.08 евро. Просто для того, чтобы в рубли перевести на стол, нажайте в гривны на 40. Сефтер 5.09. Кортекс 3.21. Так, я не понял, почему не показывают. Почему редко не показывают? А, может просто пока не попал еще в списочек, скорее всего. Ну ничего, это, я думаю, скоро произойдет. Йоу, два банана делают эмоции. Прикольно, очень крутой скин. Я прям тащусь реально. Класс. Так, что у нас происходит? На ТикТоке совсем все грустно. ТикТок у нас совсем сегодня не хочет смотреть трансляции. Что-то заскучали ребята. Может из-за того, что у меня все обрубилось, порасходились. Может по другой причине, но тем не менее. Хотелось бы, конечно, увидеть больше людей. Как Discord называется? Discord есть ссылочка у меня в профиле TikTok. Зайди, пожалуйста, посмотри. Так, ребят, на фиолетовую, да? Давай на фиолетовую. Окей. Что еще у нас есть? А, в друзья не принял, да? Ребят, давайте приму вот еще два человека из заявочки. Ты. Сейчас вот это зависоны. Что происходит? Так, давайте немножко конкретизируем, куда мы высаживаемся. Здесь очень много людей, ребят. Надо нам прям быть сейчас вместе где-то. А, класс, тут нифига нет.
давай, открой. Чуть не вы... Да ёшкин кот. Молодцы, конечно, что вместе, но вы меня сейчас до инфаркта доведете. Сзади, сзади, сзади! Сзади, сзади, сзади! Банан, банан. А стой, стой, стой. Стой. Хорошо, Зыка. Так, еще, еще, да, еще, еще, еще. Еще противник, еще, ребят. Ай-яй-яй, меня убой в голову. Ай-яй-яй. Вот это грустно. Кто там с микрофоном, друзья? И, кстати, нас было трое, да? Нас было трое, да? Вот это печаль. Ну ладно. Ну ладно. Это, конечно, плохо. Такая быстрая игра должна перезагружаться, ребят. Спасибо большущее. Кава. У тебя микрофон дублирует все, что я говорю? Нет? Не знаю. Сейчас чекну. Я не на стриме вроде бы, да, не на стриме. Нет, я просто говорю, у тебя или колонки включены? Не, у меня наушники. А, то есть ты не на стриме, а как ты в пати тогда попал? Ну, я имею в виду, я отключил, типа, я на стриме нахожусь, но я на паузу поставил, чтобы не дублировалось. Я понял. Так, а ладно, что? Спасибо за катку. Подожди, мы ее перезапускаем, потому что это не катка была. А, окей. Давай. Не будем травить. 6 минут до конца розыгрыша. Друзья, кто еще не принял участие, заходите в Дискорд-канале во вкладочку «Розыгрыш» и нажимаете вот на этот колпачок. Так. Вот, вернулся. Все, давай, нажимаем «Готово». Надеюсь, кстати, я не пропустил ничего. Кава не играл же сегодня еще? Не, это моя первая. А то есть у нас жулики, которые пытаются дважды попасть в каточку. Олег Позитив неожиданно я впервые, появляется на стриме. Когда наткнулся неожиданно на ваш YouTube-канал, это когда я болел, и мне надо было очень много фарма опыта сделать. Я наткнулся на ролик карт, типа. Ясно. Олежа, спасибо большое тебе за донат, что появился у меня на стриме. Я тебя внесу в следующую каточку, если ты играешь сегодня. Окей? Так, G5 Призрак. У нас в кате, да? G5 Призрак. И редко у нас есть. Все. Я нашел классического банана. Где? Тут. Вот он. А, ты имеешь в виду в лобби, ну, в смысле? Как? Ага. Ты же тоже лобби, типа, да? Угу. Мне, я говорю, ни один банан еще так не нравился, как вот этот. Я видел там много разных, хотя играю не так давно. У меня у карпанчика в пиджаке, в такой, в костюмчике, агент, по-моему, что-то такое. Тоже прикольно, но этот прям имбовый. Чё, куда летим, ребят? Есть какие-то пожелания? Ну, даже не знаю. Ну, тогда вот сюда. Сейчас, прыгайте вот сюда. Просто методом тыка выбрал. Так. Чтобы участвовать, нужно нажимать на колпачок там под розыгрышем, ребят. Просто на колпачок нажимайте, праздничный. И когда появится сообщение, что вы стали участником, на английском, правда, значит вы участник. Если ничего не произошло, нажмите еще раз. Тут челики. Да, у меня тоже. Я, блин, пытался на кирку посадить, но он меня убил. Дурацкая идея была. Школьный Зайка спрашивает, а розыгрыш на сколько годы? В смысле, сколько бы тебе не было, ты можешь в нем принять участие. Это не имеет значения. Подарок в игре дается. Ребят, давайте пока... Призрак где-то, блин, летает. Ну вот как так получается? Ну что такое? Ну вот скажи. Блин, как ты оказался там?
Бартан, мы выходим, короче, из игры, потому что смотреть, как ты там бегаешь и сам в одно лицо играешь, не по кайфу вообще. Ребят, выходите в лобби, я перезапущу еще раз, только без призрака, с другим кем-то. Потому что это ненормально. Я не люблю, когда люди играют соло, когда находятся в пати. Давайте кто-нибудь один... А, Олег, Олежа, кидай мне пати, сейчас с тобой сыграем. Олежа умеет в пати играть. И реально бесит, зачем вы приходите в пати, ребят? Я просто не понимаю. На моей планете по-другому все. У меня там по-другому люди делают. Если в пати пришли, играют в команде. Пошли в соло, играют в соло. Так, да, есть ощущение, что Олега нет. Что он не в онлайне. Да, Олег? Если нет, то тогда, ребят, любого приму, кто сейчас кинет запросики. Я не вижу просто здесь. Мне, кстати, недавно скин один подарили. Ух ты, круто. Это угу. Чем ты так впечатлил? Или просто кто-то из друзей, или как? Ну, я с одним другом познакомился в ДС. Нас один общий друг познакомил. Мы как-то вот где-то месяц общались. Потом вышел один скин, Мидас Тень, и он мне подарил. Угу. Сандлер, скажи мне, пожалуйста, зачем ты мне кинул сейчас запрос в пати? Артур. Артур, зачем ты мне кинул сейчас запрос в пати, Сандлерс? Короче, я тебе все напишу в Дискорде, что я по этому поводу думаю. Ты, во-первых, играл уже, и сейчас мне кинул, нарушив. Ты у меня в команде, и ты сейчас нарушил правила, подал пример всем, кто смотрит стрим. Поэтому мы с тобой пообщаемся и думаю, что идите без меня катку, я скоро приду. А, Олег, все, говорит, что без него. Супер, хорошо, спасибо, Олеж, еще за один донат. Сейчас тогда давайте, ребят, кто кинет, того возьму. Только если вы не играли на этом стриме. Так, пишут, что у меня нет под стримом. Да, потому что у меня обрубился интернет, перезапустился стрим, и на нем не было, поэтому ссылочки на Discord. Discord ссылочку кидает Java регулярно в чатик. Вот, пожалуйста, просто нажмите на ссылочку, и вот вас перекидывает в Discord. Видите? Все просто. Так, кто у нас там? Ярокос. Давай. Все, погнали, ребят. Нажимаем готово. Третий раз перезапускаем катку, да? Потому что вот так. Такие бывают случаи. Блин, что это? Почему эту шляпу нельзя закрыть? Она мешает очень сильно. Что у них за прикол такой? Вечно что-то делать по-дебильному. То на все лобби вот эти вот таблички, что он тебя приглашает в свою пати, то еще что-то. Держи, ты потерял. Можно с тобой. На экране все написано, друзья. Мой видос в закрепе удалили, пишет. Очень жаль. Давай посмотрим, какой там видос удалили в закрепе. И почему, самое главное. Потому что мои видосики прав не нарушают, авторских. Но есть недоброжелатели, которые делают так, чтобы видос удаляли. Есть такие вот люди, у которых есть потребность в гадостях. Нет, не удалили, ребят. А, нарушение правил сообщества, пишут. Так, давай посмотрим. Это просто какой-то дурачок пожаловался на видео, ребят. Просто есть такие люди, которые хотят таким образом нагадить мне. Это регулярно происходит, не переживайте, его восстановят, потому что там нет нарушения. Написано «мошенничество и обман», вы представляете? Пишут мошенничество и обман. То есть у кого-то, например, там превышен лимит на опыт, например. Он зашел на эту карту, заюзал ее, ему не дали опыт, и он такой обиженный на весь мир, нажимает кнопку пожаловаться на видео, что оно нарушает правила сообщества. Но не идиотизм это вообще, скажите. А какой у вас любимый скин из прошлого БП? Причем
Интересно так, удалили видео там, где код карты, для того, чтобы люди не могли посмотреть его и зайти. Так, прошлый БП. Мне нравится... Сейчас скажу. Вообще, я не по карасикам, но вот тот вот качок-карасик, когда только БП вышел, я думаю, фу, что за гадость вообще. А потом что-то мне так понравился. Вот. Ну да, карасик хороший. Прикольный. Потом пицца Girl. Прикольная, которая пиццу развозит. Как она там зовется, я уже забыл. Все, переключен на новый. Так, братцы мои, я сейчас к вам иду. Здесь выйти можно еще? Я, правда, пустой, без щита. А, вы уже справились. Красавцы. Где-то тут сундук звенел. Мне из прошлого БП нравится скин No One Chance. Он такой в черной маске. Который... В черной маске. Который превращается еще в Дракулу. Не, это Кадаторн. Нолан Шанс, он был в начале. Такой голубенький костюмчик у него был. Блин, хоть убей. Я уже просто переключен на другие, видите, на этот сезон. Здесь, конечно, очень крутые скинчики. Мне понравились. Почти все. Понравились. Согласен. В принципе, пока все устраивает, так все стоит. Ребят, у меня нет хила никакого. Если вдруг у вас есть чем порадовать, говорите, окей? Окей. Там вот видел, сейчас кто-то метку кидал на синюшку, на большую банку. Она... А, вот. Спасибо. Ничего себе, какая сила. Вот, швырнул прям далеко. У меня для вас подарок. Присос? Ага, граппер. Спасибо. Я вижу пацанов. Убил. Ой, какая имбулечка, класс, успел. Извините, если кто-то хотел его взять. Мне нравится, что он не очень громко стреляет, этот автомат. Так, друзья, там уже наверняка известен победитель. Ну, давайте пофлудим немножко в чатике. Кто же там выиграл? Кто же победил в этом розыгрыше на 500 V-баксов? У нас крутанули сейчас колесико, вышло 500 V-баксов сейчас. Сколько? 200 тысяч? Круто, молодец. Это неплохо. Где твой сток, папа? Так, мне кажется, что... А, вот. Зак, а зачем ты так сейчас сделал? Мне было неприятно. Все, пойдем дальше, ребят. Привет, Абсолютик. Не увидел в прошлый раз, когда смотрел сообщение. Что-то не выстрелов вокруг никаких, ничего вообще. Да ну прекрати прилипать, ну что ж ты не даешь, что багается сразу этот. Можешь устроить старые... Старый что? Не вижу, сердечко закрывает. Или просто простые катки. Сейчас кто-нибудь еще напишет в чатике в YouTube, я смогу посмотреть, что там за слово, потому что у меня оно закрывается. У меня М только есть. Ме, точнее. Не вижу, что там дальше написано.
Мемы. Можешь устроить старые мемы или только простые катки? Не понимаю, Павел, не понимаю твой вопрос, потому что я играю середины июля, я не старичок. Я, может быть, чего-то не знаю. Точнее, не может быть, а точно я много чего не знаю. Поэтому немножко можешь сформулировать по-другому свой вопрос, чтобы для вот нубасика, который только начал играть и не понимает до конца, что от него требует. Там слово мемо, да, да, я уже понял. Местные катки. Не помогло. Ха-ха. Бессонов Владимир спрашивает, ситхи вы или джедаи? Какой стороны придерживаетесь? Я помню такой комментарий у меня там челики. Под видео, и я ответил, что я Чубака. Вот здесь за этим проходит. Меток зачем понаставили, но не видно же противника, ребят. Очень зря вы так делаете. Прям на противнике не надо. Лучше где-то рядышком, чтобы его видно было. Ай-яй-яй, еще вон там стреляют. Тот чел в разлом упал. Вот тут, ребят. Вон, стреляют из-за... Рождение. Блин, у меня же есть еще вот такая штука. Что это такое? У кого-нибудь есть патроны? На что? На что тебе нужны патроны? Чуть-чуть патроны. Есть, могу дать. Это что за безобразие? Там возрождают челы. Да, я вижу. Блин, нафига открылась эта линия? Там на горе чел был. Там он уже съехал туда. Дом, за дом забежал. И будет сейчас слева по-любому обходить кто-то. Чел снизу бежит. Давай, я эту сторону тогда держу, ребят. Вон, вижу. Ай-яй-яй, ничего себе. Да опять у меня... Да что такое, блин? Дебильная эта табуляция. Мать, кнопки все перепутал опять. Они вдвоем здесь наверху, втроем здесь наверху. Ну понятно. Мы как лохи просто. Сидим на одном месте и не двигаемся, не меняем позицию. Просто дождались, пока придут, нас и убьют. Ну, что я могу сказать. Натупили все вместе, всем пати. Ребят, я не понимаю, что такое старые мемы. Ну честно, объясните нормально для человека, который не шарит. В лобби выходить? Да, в лобби. Ну, а смысл там оставаться? Мы проиграли, нас убили. Все, спасибо за игру, ребят. Буду выбирать следующую карточку. До свидания. Сейчас. Спасибо за катку. Всем пока-пока. До свидания, Дмитрий. Пока, ба. Спасибо. Подождите, дайте посмотрю сейчас, что в чате, чтобы... Ладно. Дальше что у нас есть? Может быть с тобой? Как тебе скин рыцаря? Ну, скин рыцаря так, я не под впечатлением. Так, агузок раз. No One Escape. Подожди, мне кажется, что No One Escape был. Или я ошибаюсь? Да, был. No One Escape. Ты сейчас попытался попасть ко мне в пати второй раз за стрим. Мне тебя забанить на месяц или нет? Объясни мне, как мне с тобой поступить? Ты же знаешь правила.
Короче, делают все время, дурачка включают, все время делают вид, что не понимают, что происходит. Но, ребят, ну хватит так со мной обращаться. Пожалуйста, я с вами честен. Давайте вы тоже будете честны и уважать друг друга. Реально, ну, заколебало это уже. Неужели так сложно быть просто нормальным человеком, честным? Просто не понимаю. Так, что у нас тут? Розыгрыш. Смотрим, кто победил. 30 было участие. Санлерс, я тебя поздравляю, ты победил. Но ты меня сегодня так расстроил, блин, что мне аж не хочется тебе подарок давать за то, что ты второй раз залетел в пати. Ну, блин, придется, потому что розыгрыш есть розыгрыш. Выбирай подарок, напиши, что ты будешь. Пожалуйста, никогда на стриме не пытайтесь попасть дважды в катку. Буду просто удалять нафиг из друзей сразу, ребят. И писать в список бана на месяц вперед. Но серьезно, давайте будем относиться с уважением друг к другу. Еще десятки людей, которые смотрят, хотят тоже попасть в пати. Я сейчас жду Снейка, моего сына. Вот, Снейка. Теперь буду еще одного брать себе в пати. Лольчик, лольчик. Сейчас посмотрю. Вот Сосула был. Ребят, жду от Сандлерса информацию, какой ему подарок. Можно ли на потом оставить? Блин, это очень неудобно на самом деле оставлять на потом. Целый блокнот отдельный для этого. Ну хорошо. Слышно? Запишу. Давай. Сан Лерс. 500. баксов выиграл. Я понимаю, что там сейчас вообще очень скупой магазин, поэтому иду на встречу. Ну, Сандлерс, ты меня очень расстроил. Мы с тобой поговорим в Дискорде обязательно, потому что мои члены моей команды не могут подавать такой плохой пример. Ребят, Ир, там под розыгрышем написано для того, чтобы вы прочитали. Один победитель. Первый победитель. И я, когда запустил розыгрыш, перемотай трансляцию, пожалуйста, посмотри. Я сказал, ребята, мы ставим 3 для того, чтобы если первый не пришел, переходит подарок второму. Все, больше не буду останавливаться на этом. Слишком много мы тратим времени на пустую болтовню. Просто перемотай трансляцию и глянь. Так. О, Олег Позитив. Блин. Пришел, Олежа, но уже, видишь, мы укомплектовались. Олег, ты давай знать, когда ты играешь. Ты сказал позже, я не знал, что ты уже готов сейчас. Мы уже залетаем в катку, уже, видишь, все. Не могу отменить даже. Подожди, пожалуйста, следующую каточку, потому что не знал, есть ты или нет. Я тебе пишу сразу следующую. Олег, Позитив. Дим, меня слышно? Да. Куда падаем? Сразу сюда? Давайте. Пойдет. Ну, Ир, надо просто немножко внимательнее смотреть. Я специально на этом акцент сделал, чтобы ни у кого не было иллюзий. Короче, Java, давай, наверное, поменяем. Java, я знаю, что у меня ничего нет в описании, потому что у меня пропадал интернет, и это запустилась автоматическая трансляция, где просто нет никакого описания. Она какая-то пустая. Вот, поэтому ты кидаешь периодически в чат мой Discord-канал. Блин, себя убил, придурок. Попал в угол. Есть ли потайной смысл в рюкзаке жаби? Есть.
Это мой лягушонок Степан, мой корефанчик, который помогает мне записывать мои карты на опыт. Я просто сделал небольшой перерыв, больше пока не упоминая о нем в моих видосиках. Вот, но скоро верну. Так, у тебя, вон, нет, это наши. Где? Я метку поставил. Ах ты, зараза, он меня с одной тыки, блин, какой-то в полете вообще нокнул. Капец. Что это за демон, блин? Он... Меня тоже с первой тыки убил. У нас Снейк и Акузок, да? У Снейка... А, остался Снейк. Снейк, короче, тебе придется прятаться. Ну зачем? Уходи. Он за домом нас добивает. Блин, отлично. А, еще один пришел. Короче. Катка не удалась. Опять. Я не знаю, что с ним делать. Я сегодня вообще тоже хреновый игрок. Что там Ваня пишет? Я. Вань, ну ты, блин, странный. Что я? Я не понимаю. Ты можешь написать? Можно я. А, ты хочешь в пати попасть или что? На экране написано все. Как попасть в пати? Ребят, ей-богу, если будут продолжаться вот такие стримы, когда меня будут выносить мозг постоянными вопросами, можно в пати, возьми меня, обижаться на меня будет. Я просто перестану играть с подписчиками. Буду играть, как и все, соло, и будете наблюдать просто за моей игрой. Будет совсем скучно, и вы все разойдетесь. Давайте немножко хотя бы будем пытаться быть адекватными. Я играю с вами, чтобы вам было кайфово, чтобы вы на стриме поиграли. В прямом эфире. Но вы почему-то меня пытаетесь просто, не знаю, изнасиловать мой мозг постоянно. Зачем вы это делаете? Я не понимаю. Я много чего не понимаю вообще, честно. Прям терпение заканчиваться начинает. Ты на корточках бегай, чтобы не палиться, Снейк. Ну все, тебя нашли. Да блин, на корточках, Артем, твою ж дивизию. Ну ты сейчас спалился и показал, в каком направлении ты бежишь. Ты отсюда сейчас ни по кому не попадешь, потому что тебе будет мешать елка эта. Тихо. Полиция. Вот он. Печаль, да? Очень грустно. Почти каждый розыгрыш участвую и никогда не выигрывал. Ну, Ир. Ты имей в виду, что ты участвуешь-то не один. Так, Олег, позитив меня сейчас волнует. Олеж, кидай запросик. Попробуй тебя сейчас тоже найти, если вдруг мне удастся это сделать быстрее. Видишь, как тебе недолго пришлось ждать. Не похоже на Олег Позитив никнейм. Тоже все, мне похоже. Типа выходить, да? Я хочу перезапустить катку. Ладно. Только с Олегом. Кто ливнул, тот ливнул. Сейчас, вот все остальные, видишь, слышат, что я жду Олега Позитива и все равно кидают свои запросы. Ну вот, не знаю, может мне на французском вести трансляцию, ребят, чтобы вы понимали? Наверное. Ну реально бесит, ну серьезно, у меня терпения, не знаю, вроде как много, но оно у меня не бесконечное, это просто издевательство какое-то. Олег не может сейчас даже доверно попасть, потому что миллиард запросов уже прилетело от других людей. Я сейчас ищу. Друзья, пожалуйста, слушайте, ну это же не сложно. Понимаю, что хочется всем поиграть, но в другой раз, когда я прошу кинуть пати, никто не кидает, ну тоже странно. Это все наоборот надо делать. Так, Олег, я тебя не вижу.
ушел, да? Еще один Олег, видите, кинул. Зимот. Тоже не Олег, друг мой. Ну, где же ты, Олежа? Нету. Давайте тогда сделаем так. Я возьму сейчас и приглашу кого-то сам. Хотите? Или рандом? Да. Ну, просто все нарушают правила, а мне нельзя, получается. Мне прям аж хочется нарушить свои же, которые я написал. Давайте, кто пришлет, тот попадет. Балан в танки. Потому что Олежа опять у нас пропал куда-то. Нажимаем. Готово. Если вдруг Олег вернется в ванну, мне придется тебя кикнуть. Ты же понимаешь, да? Во, Олег вернулся. Во, прости, но придется исключить, что Олег выкупил место. О, королевская даже сохранилась. Все, нажимай. Готово, Олеж. Мы тебя ждали. Вон Вову уже взяли в пати. Пришлось Вову кикнуть. Он, наверное, расстроился. Сейчас. Начал даже его никнейм записывать. Олеж, нажимай, готово. Розыгрыш, розыгрыш. Разыграли 500 V-баксов. Вот реально. При обычных обстоятельствах еще хочется. Вы знаете, что у меня тормозов нет. Я всегда все, еще розыгрыш. А сегодня прям столько каких-то расстройств, не знаю. Зачем так? Почти каждый розыгрыш, ты уже читал, уже 3к подписчиков, помню, как у тебя было 300-400, да, уже перевалили за 3к, круто. Почему Снейк не ушел? Он отыграл одну катку. А я потому что перезапустил катку. Снейк мой сын, у него есть внеочередное место в катке, и я его оставил, и не только Снейка, я еще оставил Лольчика, потому что мы очень быстро катку завершили, не поиграв даже. Я вот так вот бывает, я так делаю иногда. Да, те, кто приходит часто на стримы, уже это знают. Потому что если бы ты сейчас был в катке, тебе тоже было бы обидно умереть сразу при приземлении и не поиграть. Правильно? При том, что ты третий стрим пытаешься попасть вот так. Понимаю, что сын, но будь честен и кикни его. Такие правила. Друг мой, Бессонов Владимир, давай ты мне не будешь диктовать, что мне сделать. Во-первых. Во-вторых, когда катка очень быстро заканчивается, не успев начавшись, я часто перезапускаю такие катки. Потому что если бы ты сейчас был в той катке, ты бы тоже захотел, чтобы я ее перезапустил. Желтый. Давай, будь честен. Нет, вроде мы летели не на желтую. Не долетим? Давайте на желтую. Тут один домик, мы сейчас не налутим здесь нифига. Блин, там наверху уже. Ну, класс. Давайте. Потому что сейчас уже наверху типы мы самое дурацкое место посидели. Лута вообще не получится никакого. Да блин, что это за оружие? Да ё-моё! Прикинь, меня на кирку взял какой-то олень. А, и вы все хрен знает где. Офигенно вообще, просто кайф. Только Снейк здесь. Он внизу, я его тоже вроде поматросил. Он не целый, бей киркой его, у него кирка только. Потому что ты кинул под себя. У меня оружие есть, могу прибежать. Да потому что дальше надо кидать, блин, Артём. Бей его киркой, у него кирка только, он... Белый, блин.
Капец. Походу, ребят, это будет последняя катка. Я уже не выдержу, реально. Столько сегодня каких-то вещей, которые меня раздражают. Прямо нет слов. Артём, у тебя не только интернет, у тебя еще и мозг сегодня так же, как интернет работает. Я тебе говорю одно, ты не делаешь это, и это тоже раздражает. Давай, включайся. Чё, а Олега не резнули еще? Сейчас я резну. А, вон там. Я какое-то говнище подобрал, которое вообще стреляет непонятно как, ни прицела толком нет, ничего вообще. О, сейчас сдалека есть прицел. Сдалека в голову, наверное, оно бомбит мощно, но так, вблизи, я даже не понял. Я челов видел. О, какой у тебя скинчик мощный, офигеть. Убил одного. Олеж, ты где его взял-то? Блин. Да что ты будешь делать? Капец. У меня нет оружия, нет патронов, ребят. Мне нужно что-то найти. Дим, тебе дать оружие? Что? Ну, у меня только это переделка без патронов и все. Которую я сейчас два раза стрельнул и не попал нифига. Ну, хоть что-то бы. Ужас. Не люблю так играть. Просто. Ну, я уже автомат нашел, если что. С прицелом. Да. Тут еще что-то из оружия есть лежит. Хила нет, ни белого, ни синего, просто какой-то трэш. Синий могу дать. Сейчас прибегу. Причем вон все пустые, Олег пустой, все пустые. Кто где-то резнул кто-то? Вон, да? В всех краях. Что ты пошел? Давай иди сюда, я тебе сейчас... А, блин, че где там? Че это? Короче, Снейку нужен лут, он сейчас хотел посмотреть. Не-не, не в ту сторону там, вода. Да, Зик. Давайте на красную пойдем. Так, а я, наверное, уже буду заканчивать стрим, потому что что-то сегодня видишь, я злой. Понятно. Реагирую слишком ярко на все. Люди меня как-то слишком понимают. Это так. Бывает, что не такое. Не сложился, сегодня не сложился. Наверху у тебя вот там. Да, я говорю. Высаживаюсь, ребят, чтобы не быть в куче. Тихо, пожалуйста. Ну блин. Класс. Ушел типок здесь куда-то. Или вниз, или наверх, я не знаю, куда он ушел. Буду искать. Давай, блин, ты где? Ага. Ну ты разбросай их по всей карте, чтобы не бегать за ними. А нет, не хватит. Пойдем. Интернет он постоянно появляется. Предупреждение, что интернет сейчас пропадет. Может сейчас рухнет? Кстати, да, птичка. Вон там вот есть. Противник строится, но я думаю, что это слишком далеко. Пойдем. Здесь ближе есть. Но мы туда нифиг поднимемся сейчас. Надо обходить как. Да, я слышал, он там наверх. Ой-ой-ой. Могу достроить. Закончились дурацкие эти стройматериалы.
где внизу? Может просто оббежать? А, зараза, он меня снайпнул, блин. Как они умудряются включить снайперку и сразу попасть, блин, с одной тыки убить? Что это за снайперка такая? С кустов, куст стреляет справа. Ребят, вот здесь противник, вот с этой стороны, вот. Вот здесь два противника. И вот возле бокса еще один. Класс. Блин, я упал. Застраивайся, без стройки не хиль, потому что... Класс. Ты пока вспомнишь, как редактировать, Артём, я сдохну уже. Да побольше отредактируй, блин. Да весы уже как-то. Господи боже мой, что ж происходит-то сегодня такое? Ужас какой-то просто. Олега добили, Олегу надо помощь. Да, ё-моё, почему вот так вот сразу, сходу, блин? Сам не знаю. Но у меня хила нет, вон ещё. Ну, я сейчас тебе дам. Сейчас Снейка убьют, надо помощь. Убил одного, убил одного. Добить надо всех обязательно. Вот еще один. Ай, блин, со снайперкой козел. И второй тоже за деревья ходит. Их двое здесь. Ребят, их двое. Кто там остался? Лольчик, их двое. Попасть не может вблизи от меня даже. Один и второй еще был за ограждением, если ты этого. Да, он за этим, за деревянным там сидел. За деревянным ограждением, говорю, рядом со мной. Вот, вот здесь, да. Есть. Класс. Да, еще один. Убей ограждение, снеси. Вблизи, возьми ПП или автомат и... Все, есть, готовы. Эти готовы. Еще один есть у Лольчика. Помогай. Иди помогай. Я убил одного. А, все? Все нормально мне. Прям реслка рядышком. Прям очень близко. Возьмите, пойдите, чтобы мы лут... Чай тебе, погоди. Олега надо карточку взять. Вы не взяли Олега карточку? Да я сейчас возьму ее. Все. Все, реслка вот. Вот она. Креслка, надо будет сейчас до лута добраться. Первый полетел. Вот гномик, кстати, ребят, который приносит 20к опыта. Плюс 20 тысяч опыта, видите? Где? Ну, я уже взял его. По-моему, просто у тебя исчезает, потом появляется. Может быть. Я понимаю, я сейчас иду смотреть, что есть. Там я видел один автомат, который мне подходит. Точно. О, вот этот автоматик я возьму. Дайте мне какую-нибудь пушку, у меня ничего нету. Тут лут-то дофига просто. Вот я сейчас выкину у себя из этого. Ну что? Вот классный автомат, отметил Снейк.
Ты отметил автомат. Вот. А, да, это ППХ, кстати. Классно, ППХ. И хила нифига вообще. Ни синего, ни белого. Вообще, максимально мало хила в этой игре. Он весь у меня был всегда. Если что, с патронами беда тоже, ребят. На автомат, на дробовик. У Лольчика очень плохо с белым. Кто стрелял, ребят? Ага. Я случайно, извиняюсь. Всё, ничего, просто если это был бы противник, то надо было бы, значит, там чуть-чуть вместе собраться. Вовчик, в танке, как ты присоединишься к нашей игре, если... Блин. Короче, пока построился, уже ни хрена нет. Раздражает. Ну, сегодня пальцы не работают, путаю все. Все бесит, все раздражает, ребят. Вот такое у меня сегодня настроение. Видите, такое я тоже бываю, потому что я тоже человек. Я фигово сплю последнее время очень. И вот так вот меня все это напрягает. Можно гранату возьму? Да, бери, конечно. Если нужен кому-то автомат, и у меня есть еще автомат просто запасной, таскаю с собой. Потому что хила нет. Хил будет заменен. Говоришь? Замерз? Ну, что-то я тоже немножко замерз. Потому что мне это тоже немножко напрягает. О, белый. Вон, ребята метки ставили. Это ты ставил. Я не знаю, кто-то ставит. Ребят, вы не в ту сторону. Ай-яй-яй-яй. Ну ладно. Вот сюда надо. Какие-то пруды здесь вообще мелкие, видите? Такое бывает. Что, у них бегать нельзя? Я не знаю. Тут ползешь просто по нему, реально. Я думаю, что это просто настройки, похожие на первый. Я синий ношу. У меня маленький синий. Я синий. Олег, стой, дам маленькую одну. Не пей большую, отмени ее, отмени, прокрути. Вот, маленькую выпей, а потом дай ее. Всё. Ага, понятно. Зону на розовую метку, в ту сторону давай. Ну, даже не на розовую, наверное, okay. А вот на фиолетовую, в ту сторону давайте двигать. Как-то так. По холмам лучше, по верху. Чё у нас? Куча удаленных сообщений вижу в чате. Значит, модератор работает. Я уже все по правилам сделал. Бессонов, Владимир, я тебя не блокировал. Где я тебя заблокировал? Пойдем в разлом, разлом. Отписка. Я сижу, играю, вообще ничего не делаю. Тут уже человек себе что-то придумал, что-то там... Ой, ребят, по мне гасят. Класс, супер.
Там наверху сейчас был типок, я его не увидел. Вон, ко мне сейчас спускается, вот он. У меня, ребята, фиолетовый. Мне тоже. Еще один банан ближе к вам идет. Ну, короче, игра сегодня вот такая вот дерьмовая, ребят. Что могу сказать? За стеночкой, за деревянной прячется. Типок хилится сейчас. Да, так себе. Сзади. Ты не попадаешь в него. Ну что, давай, справа там по тебе еще кто-то стреляет. Ты видишь? Нет, наверху. Ну, я вижу. Вот же торчит его, аптечку ест. Ну, торчит же, стреляй вот сюда. Вот, 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 правильно. Он пытается отхилиться, не давай ему отхилиться. Он аптечку лучше съест. Давай, по левой, по левой. А, все. Отлично, блин. Класс, поиграли. А, Бессонов Владимир, ты... Ну, получше, чем первая катка. Давай, давай почитаем, что ты пишешь. Просто я вообще не въезжаю. Я сейчас играл в игре, я не мог тебя ни отблокировать, ни заблокировать, ни отблокировать, ничего сделать. Я не знаю, кто там что сделал. Вован в танке. Вован в танке. Вот ты только что кидал мне запросы. Как это заблокирован, если ты мне кидал запросы, друг мой? Я, когда ты попал в пати, я сказал, что мы сейчас ждем Олега Позитива. Если Олег Позитив появится, то я тебя должен буду кикнуть. Имей в виду. И тут Олег прислал запрос, и я тебя кикнул. Посмотри, пожалуйста, трансляцию, отмотай чуть-чуть и посмотри, что я говорю. Ребят, вы делаете какие-то свои поспешные выводы и меня постоянно в чем-то обвиняете. Меня это уже достало. Причем я об этом сказал еще до того, как Олег подал заявку. Ходите сюда. Твои запросы на присоединение. Ребят, я дурак или лыжи не еду? Знаете такую пословицу? Давайте посмотрим нашу последнюю катку. Сколько... А, там у меня камера стоит, поэтому он думает, что не приходили его запросы на пати. Там их было штук, блин, 10, наверное. Каждый запрос практически, который приходил, был от тебя. Вован в танке. Просто я это вижу в игре, а из-за того, что там камера стоит, вы не видите, кто этот запрос присылает. Не надо меня, пожалуйста, обвинять в том, чего я не делал. Ладно, ребят, я так понял, что я все равно буду не мил и все равно вас ничего не устроит, что я делаю сегодня. Поэтому давайте мы на этом будем прощаться. Стримы, я поменяю расписание, стримы будут теперь меньше. Не буду я так часто стримить, потому что это слишком тяжело. И с такой отдачей от вас тяжело в 10 раз больше. Все, я рад всем, кто пришел. Я безумно вас уважаю, люблю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что комментите, за то, что ставите лайки. Вот. Но есть вот люди, которые думают, что я их раб и должен на них работать, только им все поклоняться и делать, все, не знаю, дарить какие-то боевые пропуски и все остальное. Вот. К сожалению, у меня не всегда хватает нервной системы на все это, ребят. Потому что я человек, я творческий человек, который все через себя пропускает. Меня этому в университете учили. И такие моменты тратят меня, который нужен еще семье, близким, знакомым, друзьям, родственникам и все остальное. Все, на этом будем прощаться, ребят. Я очень рад, что вы пришли. И все равно, даже несмотря на все это, я не жалею потраченного времени на эту трансляцию. Потому что с некоторыми из вас было очень круто, тепло и душевно. Вот. Бессонов. Все, спасибо, Дим, за игру. Да, пожалуйста, лучик, спасибо большое. Пока. Бессонов Владимир, если ты отписываешься, вперед, отписывайся, я не могу тебя заставить быть подписанным на мой канал. Этот канал для тех, кто понимает, что я здесь делаю, кто ценит, что я здесь делаю. Если ты не таков, то значит, в принципе, думаю, что и мне польза, тебя здесь будет немного. Вот. Что у нас там? Вот редко все рассказал, все расписал, и Владимир все равно не угомонился. Вот, просто для интереса, пролистаю весь свой список друзей сейчас, чтобы опуститься вниз и показать тебе, кто у меня в блоке, Владимир. Чтобы... Нет, давайте я заползунок, это будет бесконечно. Вот, вот люди, которые у меня в блоке. Два человека. Все. Я просто так не блокирую. Все, ребяточки, всем спасибо.
Пока.